5 лет у нас в Амтеке проходит акция «Кто хочет стать волшебником?». Мы приглашаем лицеистов и их семьи превратиться в новогодних волшебников и исполнить мечты деток из общественной организации «Будущее есть». В итоге 50 ребятишек получат от лицейского Деда Мороза свои подарки, которые мы им вручим обязательно. Общение с этими детьми идет какое-то переосмысление всего происходящего, и именно тогда ты понимаешь, что все твои какие-то маленькие проблемы – это такие пустяки по сравнению с тем, какие проблемы действительно существуют в нашем мире. И ты понимаешь, что, сделав какое-то вообще совершенно маленькое дельце, ты можешь кому-то помочь и кого-то осчастливить до невероятной степени.